Что такое психическая слабость? Психическая слабость – это когда вас обижают, и вы обижаетесь. Нас злят, и мы в ответ злимся. Нас смешат, и мы в ответ ржем. Называется психическая слабость. Что дает психическую слабость? Психическую слабость. А это не следование режиму дня, банальному режиму дня. По аюрведе сказано, что человек ложится, например, если человек ложится с 9 до 10, какие качества характера он приобретает, что происходит в организме? Если человек ложится с 2 до 3, или с 2 до 4, потом, какие качества характера приобретает человек, который встает в определенное время? Например, человек, встающий с 3 до 4, способен постичь все тайны бытия этого мира. Человек, который встает с 4 до 5, станет лидером, но больше в материальном плане. Он будет получать все блага мира. Человек, который встает с 5 до 6, там уже включаются более такие аспекты, другие, немножко хуже. А человек, который встает позже, он будет постоянно опаздывать с 6 до 7. У него будет такое состояние, как будто он везде опаздывает. А человек, встающий позже еще, там уже полное невежество. То есть, если жить по законам ведическим, то есть законам наших предков, которые были даны Творцом и передавались сначала в устной форме, потом в письменной, записаны были 5000 лет назад, то человек способен обрести полное здоровье, счастье и успех. Что еще нужно?